У вас тоже есть брат? Один. Я верил, что есть добро и зло. Вот почему я встал на сторону Бога, на сторону добра. Но я убил брата собственными руками. Когда я наконец встретил своего брата, я думал, что мои молитвы наконец были услышаны. Но теперь... Я не знаю, был ли это Божий план или искушение дьявола. Это было то, во что ты хочешь верить. Думаю, я должен был знать о моем брате. Я отрицал это, потому что не хотел в это верить.